Добрый день, меня зовут Павел Корнилов, я представитель компании БАСФ, семена овощных культур Нунемс. И сегодня 22 июля 2020 года, мы находимся на поле нашего клиента, компания «Дядя Ваня Девилей», Волжский, Волгоградская область. И это поле нашего нового гибрида огурца корнишонного для переработки «Проскорев-1». Данный гибрид был специально выведен для сбора корнишонов и пикулей 3,9 сантиметров и сбора с платформы. Благодаря этому гибрид Проскорев-1 занимает лидирующие позиции на протяжении нескольких лет по доходности с гектара согласно открытой статистике Баварии. Огурец прекрасно переносит жару, перепады температур, прекрасно регенерирует после механических повреждений ветром или после сборов. На данном конкретном поле посев был осуществлен в начале мая с густотой семян 30 тысяч на гектар прямым севом, сеялкой. За это время осуществлено 14 сборов, через день они проводились. Текущая урожайность 45 тонн на гектар при выходе товарного огурца до 12 сантиметров более 75% и потенциалом до конца сезона до 90 тонн. Давайте поближе посмотрим на растения. Проскорев-1 показывает отличную регенерацию. Плотную зависть, обильное цветение. На плети мы видим много огурцов разных калибров, от мелкого и ближе к корню до крупного, что обеспечивает прогнозируемый урожай, доход высокий. Все плоды однородные, стандартные, красивые, рельефные. Посмотрите, красота какая. Растение достаточно открытое. Это позволяет проводить качественный сбор и не пропускать крупные огурцы, которые истощают растения. А как известно, от качества вашего сбора зависит конечный результат и урожайность. Теперь про плод подробнее. Мы видим, все плоды стандартные, как и ранее показывал на растении. Вот несколько примеров. Отношение длины к диаметру около 3,3 к 1. Идеальный размер для переработки корнишона, для банки. Также подходит в засолку. Все плоды стандартные. Очень мало нестандартного огурца. Хороший цвет. Зеленый. Возьмем крупные, чтобы проверить, есть ли полости или нет. Я уверен, что нет. Маленькая семенная камера. Даже можно покушать свежим.